А сейчас, кто не подписан на канал Принцессы, подписались быстро и будет счастье! Ссылка в описании под видео. Увидимся позже! Жаль, что Ник не был таким пофигистом, как твоя семья. Хе-хе, да. Ладно, нам нужно поговорить. Слушай, ты должен сказать Далии правду. Она все равно выяснит. Девушки всегда так делают. Но если она меня бросит? Тогда это ее выбор, чувак. Она заслуживает знать всю правду о том, кто ты. Это тяжело, я знаю. Но если ты действительно любишь ее, ты поступишь правильно. Гарри, ты не понимаешь. Она первая вещь, которую я сделал правильно. Я не могу причинить ей боль или использовать ее в своих интересах. Я действительно, честно, просто хочу сделать ее счастливой. Зачем ты это сделал? В смысле, убийство? И что делает ее такой особенной? Она не более особенная, чем другие дети. Вот в чем смысл. Я, Гарри... Я убил детей, потому что хотел семью. Подожди, что? Понимаешь, когда я был человеком, я всегда хотел детей. Но все видели во мне какого-то жуткого, мерзкого человека. Я думал, что я смогу стать отличным отцом. Я действительно люблю детей. Понимаешь? Я хотел иметь семью, о ком-то заботиться и проводить время. Потому что большую часть времени я был так одинок. Я пытался усыновить ребенка, но... Мои заявления были отклонены снова и снова. Я просто не мог понять знак. Поэтому я пытался заполнить пустоту, работая в Фазбер. Как персонаж в костюме. Было так весело видеть, как все дети улыбаются и хотят обнять меня, а не держаться подальше. Но однажды механизм в одном костюме сломался, и кто-то был раздавлен до смерти в своем костюме.